Самолетик По-2 был фанерным, не быстрым, как небесному быть суждено тихоходу, но давал прикурить каждой ночью фашистам от России щедрот и в любую погоду. Штурман Гельман не вышла росточком, метр с кепкой, доставала ногами едва до педалей, но душою своей исключительно крепкой покоряла без страха небесные дали. Ей с мальчишкой соседским ходить бы на танцы, но случилась война, и в ее круговерти штурман Гельман Полина, что фрицев, что францев, заключала в объятия заслуженной смерти. Катя, Рая, Марина, ах, ведьмы ночные, нет прекраснее вас в этом сумрачном мире. Вылет вражьей зенитки, вчера, завтра, ныне, ожидание морзянки в молчащем эфире. Май настал. Воем выла война, издыхая. Штурман Гельман Полина ее победила. На груди засияла звезда золотая. Да не тут-то, как часто случается было. Юдофобия пламенем жгла людоеда. Плоть и кровь, отравляя зловонием столетия. И евреи ковали на фронте победу или в глубоком тылу, вновь попали в рейх третий. Ненадолго, конечно, по милости Бога, без вины павшим вечной слава и память, людоед сгинул в ад. Что ж, туда и дорога, и дела людоеда омыты слезами. Людоед не заметил Полину случайно. Или нет, нам теперь уж никто не расскажет. Этот факт и сегодня является тайной. Но ведь жизнь-то не смерть. Пусть смеется да пляшет. Новодевичье кладбище. Скорбная дата. Эх, судьба человека от века до века. Несказанная нежность и воля солдата. Штурман Гельман Полина, герой и еврейка.